my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Что тебе нравится? Мне нравится архитектура, но я кроме центра больше нигде и не жила. Архитектура, люди, он мне напоминает чем-то Петербург, где-то местами Сочи, тут же Чехия, если пройтись по той стороне реки, ну, той стороне реки, ну, в общем, какие-то родные места мне напоминают. А вот опера Паллиашвили, одна из самых красивых построек, я считаю, на улице Руставели. Она просто замечательная. А у нас есть сын, наш друг, друг Фила, друг. Это его отец построил. Дед, вот. Дед. Дед? Да. Да, он, дед его придумал гимн Грузии, и на 10-ларовых купюрах, собственно, он присутствует. Дед его. Лик деда. Ого. Да, а Вахтанг в Паллиашвили, он сам очень любит Высоцкого и поет Высоцкого. Да, выступал в доме Высоцкого в Москве, в Лицо. А вот парламент. Но немаловажно, напротив музея современного искусства. Да? Да. А это Таранцовский дворец. Сейчас будет площадь Свободы. И там Георгий Победоносец на столбе. Маску.
меня маски нету больше. Я хочу туда зайти поснимать. Петя! Полтора месяца у вас не видела. Да. Это Даниэль, это Василина. Василина. Да. Да. Расчехлись. Да. А у нас сейчас еще Ирина будет, и Маша. И Лава. Да, и Ризо. Кто? Кто это? Ризотто. Ризотто. А я уже так и называю. Если напитесь салфеткой, прикройтесь. А, можно? Внутрь. А да. Где салфетка? А, благодарю. Вот это. Это называется Билтмар. Билтмар? Да, Билтмар. Билтмар? Да, Билтмар. 7 звезд? 7 звезд. Редисон Билтмар. Нана Атаровна. Опять же. Нана Атаровна сегодня, знаете ли, не в Батуми, а в Тбилиси. Та-да-да-да-та-да-та-да. Гуччи? Да. Гуччи? Так-то на минуточку. А я в Атаровне шляпе. Завтра буду снимать Гуччи. Да идеально, потому что. Мы берем такси, потому что Гуччи не любят прогулку. Ночной Батуми и Василина приветствуют вас. А за что? Просто так? Просто так. Иди дальше, там тоже красивые цветы. Будем со всеми обниматься. Ой, ну ладно, гортензии в Батуми много. Давай другие. Ну тут вообще вот такой прекрасный магазинчик. Вот, он работает круглые сутки. Бывало здесь скупались букеты, дарились. Очень такие прям приятненькие. Вот. Предлагаю идти... Подсохли, что ли? Нет, ты не такая. И мы идем в такое место, называется Wine Factory. Там очень много всяких заведений.
Все сидят сейчас на улице. Все очень симпатично. Ну что, пойдем? А, меряйте. Вот так. Ой! Пойдем. Покажем. Тут на этой фабрике очень много разных заведений. Они разные концепции. Такие есть. Хочу сказать, что очень атмосферно. Да, а ты еще дальше не шла. Пойдем дальше. Пойдем, там дальше есть тоже. Видите, какие-то вот такие штуки стоят. Оп. Бассейнчик. Кведри. Да, и... И вот такие. Это называется... Wine Factory. Да. А еще называется Винзавод, да? Да-да-да. И мы сейчас пойдем, обойдем все вокруг, выберем место, где мы хотим посидеть, и пойдем. Локация. Да. Любимое слово моих подписчиков. Так симпатично. Еще надо дальше. Да. Только начало. Деревья просто гиганты. Чуть не упал. Идем дальше. Пока что нет. Наверное. Вот так я обычно отвечаю людям. Смотрите, вот там вот такая вот линия. Ой, какие хорошенькие. Так, а мы идем, так сказать, в мой любимый барчик. Я хочу у себя на террасе. Вот такие? Такие. Я даже знаю, где они продаются. Так у тебя тоже на террасе? Да. Так, вы пустите нас? Только наружу, да, можно сейчас? Мы хотим негрони. Что? Да. Негрони? Да. Негрони? Да. Эрти негрони. А можно ваш бар снять внутри? Идем снимем, там очень красиво. Он прям такой классный. Сейчас пока пусто, но скоро будет полно гостей. Смотрите, как. Оп. Вот зимой мы здесь просто очень радостно проводили время. И очень классные бармены работают, и все очень вкусно. А я сняла вывеску. Да. Прям. Такое интересное место. Ну что, мы на улицу? Будем ждать. Два негрони, да?
Молодой человек. Ори Негрони. Ори. Здрасте. Здрасте, мы тут у вас пьем, так сказать. Записываем. Отлично. А, да, конечно. А мы в следующий раз... Да, да. Да, мы на улице посидим, конечно. Спасибо. Все, сядем? Да? Ну, выбери место, где хочешь. Мне кажется, здесь хорошо. Сядем. Атаровна. Она в монографе кофе допивает. Александра? Да. Нана Атаровна, я хочу быть тамадой. Правда? Можно? В Грузии. Ты сначала хлебни. Хочу хлебнуть вот этого чудесного, божественного напитка. Это очень вкусный негрони. Расскажи про него. Это негрони, от которого единственное у меня не болит ни голова, ни жопа. Ничего, да. И не будет жалко, что ты сделал прошлым вечером. Да. Он вкусный, и он там... А из чего он состоит? Слушай, по-моему, там ром. Господи, что-то... Ну, такие тяжелые напитки. Но приятно пьет. Очень приятно. Очень. Очень вкусно. Ну что, занегронимся? Да, занегронимся. Девочка, я рада, что ты меня сюда привезла. И я рада. Вот. Первый выходной за... Не знаю... За всю пандемию, наверное, да. Я бы сказала. Вообще мы первый раз за всю пандемию отдыхаем, оделись, накрасились, вышли. Даже Атаровна одела каблучища. Да. Каблучища. Да. Я нет. Я как-то... Да, ну ты в шляпе. Василий, я просто в шляпе. Да, и мы вот наслаждаемся приятной атмосферой. Ну что может быть прекраснее? Да. Может быть еще больше компании. Ну мы только что сидели в большой компании. Сейчас мы отдохнем, а сейчас и мы еще чуть-чуть пойдем в большую компанию. Уединились, но это ненадолго. Просто мы хотим выпить негрони. Негрони мы хотим выпить наедине с Атаровной. И я хочу сказать, что я очень рада, что ты у меня есть в друзьях. Вообще. Я тоже очень рада. В Фейсбуке. Вот ошиблась бы ты на этаж выше или ниже. Вообще, мы бы все, и все, понимаешь? Мы бы ходили вот так, им вот так. И не понимали бы, кто мы. Да. А мы вот сейчас все поняли. Да. И даже шляпы одинаковые купили. Да. Давай, за нас, дед, за нас. Так в жизни бывает. Случается, видите? Приезжаешь в город. В чужой, как тебе кажется, в чужую страну. А тут тебе за стенкой Атаровна. Немножко тревожная. Да, я ночами записываю. Но, всякие. Но все равно она есть. И это как греет душу иммигрантов. Обходи вот это вот. Около Верико. И ты еще обходи, как будто круг делаешь. Верико, проходи. Верико справа. Справа Верико. И ты пошел мимо больших деревьев, большие слева. Ты придешь сейчас. Ты такой же тревожный, как и я. Смотрите, какой лед, кусок льда. Это, кстати, очень круто, когда такое. Очень круто. Это правильно вообще. Правильно, да? Да. Ты видишь? Ура. Резе. Пластический доктор Резе, пластический хирург, между прочим. Мне в помощь. Видишь, был дан. Саня. А Саня запивает кофе в монографе. Ты понимаешь? Ей так и лучше, чем нам, видимо. Она кофе пьет. Она кофе, а мы не гроним. Ля-ля-ля. Что мы ей скажем про монограф? И... Наша коктейльная карта представлена несколькими категориями напитков, они связаны со временами года. Одна из них, весенняя стилистика, отвечает за игристые вина, за сочетание со свежими соками и прочими.
Лето представлено кисло-сладкими напитками в стилистике sour со свежими ягодами и фруктами. Осень представлена и отвечает за более крепкие сочетания, но с небольшим уклоном в сладость. И зима – это самые крепкие, теплые и согревающие напитки нашей карты. Напомните мне, кампари, какое, в чем кампари? Вот это кампари? Кампари – это итальянский литр, который входит в состав негрони. Это негрони. Давайте апера шпиц. Я могу вам предложить коктейль, который похож на апера шпиц, но с нашей интерпретацией. Давайте. Азиатским, так сказать, давайте, стилем. Называется он Киото. Он с ликером из розы, с грузинским розовым вином и с вишневым спреем. А апероль же тоже свежий? Ну, апероль, да, с игристой. Да, там тоже игристая игра. Давайте. Хорошо. Кисуль, ты чё? Я тут что-то на профиле. Ты чё, есть не будешь? Наткнулась. Как называется коктейль? Называется Киото. Киото, город Киото. А, город Киото. Японский город. Японский город. Да. Японский бар, японский город. Да. В общем, вот такой коктейль. Не японский. И тут какая-то вот эта штучка у вас в руках. Закусочных, да. Ну, завершите нам уже Киото. Это вишневый спрей. Можете мне побрызгать? Я буду вишней пахнуть. Вишневый спрей. А я буду спрей пить. Я скажу, как там. Давай, давай. Отдашь мне? Да, быстрее. Я в Киото, в вишневом саду буквально очутилась. Да, ребята. Блин, ветерок так классно, да? Лучше слушай. Ребята, кому не скажи, не поверю. Я вот сейчас сижу и хочу передать привет Александру. Александр, я, конечно, думаю, что ты меня не увидишь в этом ролике, но я тебя вырежу и отправлю это видео в WhatsApp. Потому что здесь, в Тбилиси, я вспоминаю твой суп японский. Я вспоминаю твои роллы. У тебя самые лучшие роллы во Владивостоке. Рису привет! Я парилась за это, не умела вообще ни с кем знакомиться. Меня тоже нет. Первый раз я ем роллы. Так-то на минуточку, в Грузии. Все хачапури, да хинкали, да шашлычок. Да форелька. А тут, понимаешь ли? Я знакомился, как смотри, я... А у вас здесь есть кошечка? О, это умьямчик. Прям запахло Таиландом в Грузии. Все, не надо. На натарно. Таиландом в Грузии запахло. Скажи, да. Огонь? Если я сушами не наемся... Давай. Я вот сегодня практически не ела. А я суп харчу. Испортил все это самое. Суп харчу. Ну правда. Очень классно. Том-ям есть часа в 4 утра. После этого снега. После этого снега. Не знаю, мы не ели. Ну да, как раз. Это, по-моему, самое лучшее. А мне вот прям вкусно. Очень было роллы. Сейчас я попробую том-ям. В феврале 21-го. И опять же Владивостоку привет. Сашка, привет! Пошел, по-моему. Просто тут посидели. Александра, этот город наш с тобою. Тбилиси тоже. Стали мы его судьбою. Все, я поеду в Тбилиси. Сколько будет у вас номер стоит? Я говорю, 140 лари. А скидка? Начинаем уже. Смотри, начинаем, ну ладно. Пятница, шаббат.
А что это вообще? Объясните. Я не знаю, что это. Послушайте, все люди. А, это легенькое. Ага, легенькое. Саша. Там водочка. Саша. Варенье. Для меня это легенькое. Варенье какое-то. Варенье. Варенье. Глаза такие у тебя. Варенье. А, ладно. Что, пошли? Пойдем. Пойдем. Дорогая, я такси вызову. А, давай. Я уже спуя. Варенье. И я с тобой!